Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джаз Пивко, и со мной сегодня Берегстайм с собственной персоной. Всем Берегстайм, друзья, да, снова сегодня будем делать, пытаться ролик, потому что это мы первый раз делаем. Это коллаб двух легенд, ребята, не обращайте внимания, а две легенды, это два тупых человека, согласишь? Верно. Вот именно, брат! Мы будем записывать Бадварс. Вы не поверите, что какой подарок я сделал Вериксу. У него теперь ютуберка есть, как у меня, и у Тевера. И у Саши тоже скоро будет. И у Сереги, да. И у Антона. Она мне сделала ютуберку, да, в качестве подарка, за что ей огромное спасибо. Скорее всего, это было больше как подарок в честь было дня рождения, не знаю. Это нужно у нее как-то... Твой подарок в день рождения был то, что я себя нормально ввел на запись. Ой, тут. На стриме. Вот твой подарок, будешь ты еще не заставить меня. Ну, выражаю тебе огромнейшую тогда благодарность. Мы очень добрые ребята, на самом-то деле. Да. Вот. По крайней мере, стараемся. Да. Ну, в общем-то, ребята, я предлагаю нам начать. Ой, вообще, вдвоем или поодиночке каждый? Сони, дай. Поодиночке. Окей. Я через зеленый. Все красно золотал. Те, наверное, желтый был. А, да, желтый, все, отлично. Получилось зажигать. Привет, Саш! А я на тренировку, это так что. А мы видос записываем. Все, до свидания, я подхожу. Давай, удачи, Саш. Это Бадварс? А где моя кровать? Смотри, она... Я себе понял. Я надеюсь, ты хоть запись начал. Я-то да, ты смотри, чтобы у тебя она нашла. У меня она идет. Я просто тупо сейчас буду ждать и все. Чего, популярность так легко не ждут? Не ждут популярности, что? Че, дебил, что? Говоришь, я просто буду сидеть и ждать. Я говорю, популярности так легко не ждут. Не, я про то, что я буду ждать, когда у меня наберется много чего. Отлично. У меня набралось это много чего. Верикс, что у нас с тима, окей? Я подумаю. У тебя выбора нет. Ты со мной же снимаешь. Что значит выбора нет? Ну, в прямом. Выбор, если я с тобой снимаю, это еще не сразу означает, что я не имею права с тобой сражаться. Сфигарю. Это имеет огромное значение, знаешь. Я надеюсь, что сейчас к нам не зайдет никакой человек под ником Тевр или SoulBF. И... не испортит нам запись. И не начнет кричать свою любимую фразу. А какая фраза? Они очень нехороши этого. Да. Парень. Короче, да, понятно. Проще говоря, я есть. Уже плохо. Это уже боль. Уже, да. Не знаю, как на самом деле жить с таким. Оп. О, Алма, оп, PlayStation. Здорово, сумочки. PlayStation 5. Но это PlayStation. Против. Мы видос записываем. Да, братан, это мы просто видос записываем. Не волнуйся. Ты просто попал в YouTube. Да. А, он свалил. Он это понял уже без меня, походу. Что-то на татарском написал. Отлично. Ого. У меня уже целый стак. На что же я его потрачу? На огненный заряд. Я знаю, что я сегодня его потрачу. Сегодня я сброшу 250 тысяч тратила. Да. Это ловушка. Что? Это ловушка?
Это ловушка. Это ловушка! Это ловушка! Ты что сейчас был за... Ты такой... Ты что сейчас был? Ну, типа паникёр. А я иду такая вся, вообще кабан. Почему я вспомнила эту песню? А я хочу. Опять по крышам бегать голубей. Голубей ронять. Голубцы ронять. Угадай, кто ко мне подстраивается. Зеленый. А, сон, ты зеленый у нас. Красная команда? Нет. Ты? Я сам к себе простраиваюсь. Не, ты простраиваешься. Не, угадай, кто ко мне простраивается. Ну и кто же? Синенький. Не так стрельно. Набрал немного, да, соглашусь. Перебрал даже. Мне интересно... Он вообще поймет? Не, мой здесь красный, что тут построили у меня? Подождите, а почему у меня звуков нет? Бля, я так в ритм ставлю это блоки. Под свою музыку? Да, у меня музыка играет, я в ритм прям... Это... Ну, как? Погиб. Передо мной сейчас синий упал, разбился насмерть. Слушай, пошли его за рейдинг, а? Давай. О, изумрудик. Дом-дом-дом. Был убит. А, его уже зарейдили, видимо. А чел-то с ником император. О! О! И убивать никого не надо. Я зеленый. Стоп! Ты зеленый, да? Я? Угу. Да. Я к тебе сейчас простроюсь. Не боишься, что я не против тебя? Пока что. Ты чё, офигел? С такими фразами не надо меня пугать, потому что я думал, что ты сзади стоишь. Кто знает, кто знает. Ты что? Я shift не нажал! Знакомьтесь! Дикий Верикс. Вериксу кожопник, блядь. И это все одно имя. Помогите, меня убивают. Пока! Фак. Я 1-1 остался. Я shift не нажал. Кого не нашел? Shift. Я shift не нажал. Я тоже shift не нашел тогда. Бля, мне срочно надо закупаться. Привет, Серега, мы тут видос записываем. Пока, Серег, мы тут видос записываем. Давай я тебе. А. Он сейчас идет, видимо... А, он просто по изумруду. Нифига, что он тут построил. А ты кто, напомни? Желтый. Он идет на базу к синим. Слава богу, что пока что не ко мне. Я кровать забыла застроить. Я что-то наподобие застройки сделал. Слушай, знаешь что? Тебе лучше, знаешь что? Ты вообще... Обсидиан. Да. Он 4 изумруда стоит, а у меня изумруда всего 2. Ну. Я знаю, что я сделаю. Ты их выбьешь с чела. Я сейчас заберу изумруды,
А потом он короче, носил. Не ебать был. Что значит был? Он простраивался к алмазам на синей базе. Так. Ну, на своей. А, он даже кровать свою не застроил, кстати. Беги к нему и давай кровать ему ломай. Кровать ему ломай. Он закупается. Он, короче, знаешь что? Он простраивается к алмазам на своей базе сейчас. Вижу. Угу. Ты можешь пока... Тихо. Shift. Я шифтом и хожу к нему. Пока. Вон он ходит. Уходит. Беги. Погоди, не. Вак, он меня увидел. Погоди, попробуй подарить ему два изумруда. Может, вы затем... Брат, ну ты чё? Да бля! Погоди, а давай, если он, короче, отойдет, ты ему быстро кровать сломаешь и убьёшь его. Я попытаюсь это сделать, да я не обещаю ничего! Он чё, дальше строится? Он на алмазах. Окей. Это мой шанс. Не, он на своей базе. Я понял, когда он будет на мосту у себя, я просто его хочу сбросить. Оттуда. Давай. Привет, мы видео записываем. По Майнкрафту? Угу. Да. Жалко, я с вами не могу. Мне надо все писать. Хотя я завтра в школу не иду. Хотел бы бухать. Раз вам включили, я тоже включу. Здрасте. Кстати, давай! Палка откидывания, палка у него всего у него мало хп. Хорош! Быстрее ломай. О, так. Он включил камеру. Он к себе, видимо, идет. Ты можешь его сбросить. Ты можешь его сбросить с моста. Да, я знаю. Купи лук и меч. Ой, фу. Стрелы покупай. Да у меня нету лука еще для начала. Блять, я стрелы купил. Все, не отвлекай. Так, где он там? Он изумруды забирает. И сейчас, видимо, хочет пойти к себе. А, нет. Я его нахуй устрою ко мне. Так. Он пошел на базу синих. Ну, видать, там наша битва и закончится. Слушай, знаешь, что? Попробуй, подождать, пока он попробует простроиться к тебе, купи хороший лук, который можешь, и сбрось его просто, когда он к тебе пойдет. У тебя сейчас очень тонкий... Тонкая броня? Нет, не броня. У тебя очень-очень фиговый этот. О, господи.
Мост! Сбрось. Ничего, зато с него очень легко сбросить. Да! Вот именно! Так а мне-то что волноваться? Не я, не меня сбрасывать будут. А вот сейчас, видимо... А нет, он алмазы он закупает. Где? Алмазы у себя на базе закупает. А нет, на базе синий, на базе синих. Попробуй подождать, пока он будет идти на свою базу. Подожди, ты можешь сейчас к нему на базу пойти. Я попал ему или нет? Mm-mm. Ты бы его сбросил тогда. А ты-то где? Я пытаюсь, я не да вижу нет, его. Стоп, подожди. Подожди. Он пытается... Вот. Что вот? Ну он это идет. Ты вообще где? Один вопрос только. Я на центре, блин, на виду. Ты знаешь, как ты фигово оттуда стреляешь? Потому что я не стреляю. Знаешь ли. Знаешь что? Он сейчас на базе не синих. Не говоришь, ко мне простраивается. Mm-mm. Он на базе синих. Ой, вот в базе синих хорошо, а у них мост, который это, находится наверху. Вот. Поэтому попробуй его оттуда сбросить. Попробуй к нему простроиться просто на мост. Да я сейчас покажу по вот этому мосту от красных иду. Ну вот. 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 И вот там. Молодец. Вот! Сбрасывай его оттуда. Я надеюсь, я его сбросил. Ты его сбросил, но... Ну... Нет? Ты его фигово сбросил, он идет к тебе сейчас. Да я знаю, ко мне идет. Он прошел тебя. Где он? У него 24 хп, он прошел тебя просто. И он, видимо, сейчас идет на свою... Да, он идет на свою базу. А, окей, я уже, блядь, это начал мост ломать, чтобы он не зашел. Окей, значит, я сейчас возьму лук получше. У меня, в принципе, на него хватает. Так, я его потерял из виду, потому что отходил. А, ну да, он на своей базе. Только смотри, одно маленькое но. Слушай. Он... Остался один, ты можешь сейчас его выиграть, если скинешь его с моста в бездну. Понял? Понял. Я его уронил, я не могу его забрать! Куда ты его... Ты его уронил в бездну. Нет! А ты взгляни! Оу! Хуеть, Кью с Ешкой перепутал! Попробуй, подожди, ты же можешь вроде бы сюда. Ага, конечно, блядь. Да. Пиздец, а, ты на шифте пройди просто. На шифте пройди. Прыгни на шифте вот так вот. А, ты её не видишь. Ну да, вот сюда вот. И выпрыгни. Плохо. Ну попробуй. Он у тебя на бай, он у тебя вверху. Он у тебя... Он у тебя наверху! Это... Ну... Да ёпта! Это ГГ. Я же говорила! В общем-то, ну вот такой вот очень интересный ноте мы заканчиваем. Жалко, что мы не остались один на один. Я б его убил. Я бы еще, кстати, поспорил, если бы не пару моментов, но ладно. Вообще-то на таком приветствии мы заканчиваем видео. Приветствие? Да. Ну, в общем-то. Я приветствую для кого-то завершения. Ну окей, да. Верно. В общем-то, дорогие друзья, спасибо, что сегодня были на столь замечательном коллабе. Спасибо огромное Вериксу за то, что поучаствовал. На самом-то деле... Спасибо большое, что меня позвала. На самом-то деле, ребята, я вам больше скажу. Мы этот видос пытались неделю записать.
по причине того, что мало того, что сначала у меня ничего не записалось, потом еще этот все выходные работал. По факту можно считать... Подожди, вообще мы это планировали еще в прошлый понедельник. Сначала ты не мог, потом я не могла, ты не мог, я не могла, ты не мог, я не могла, а потом у меня просто ничего не записалось, а потом ты в субботу и в воскресенье работал. У нас получилось только сегодня. Временные полюса! Как там на северном полюсе? А как там на южном? Как там в Атлантиде? Просто интересно, когда там у вас день закончится, я заебался, у меня все время ночь. Да у меня так-то, у меня ночь больше, чем у тебя. Спасибо за просмотр. Всем, и всем пока-пока, с вами был Джоспивко и... Великстен, всем пока-пока.